зовут Георгий Черданцев, а рядом со мной сигналит Константин. Сыграть с расстановкой для высокого прессинга будет сложно сопернику мяч удержать. Знаешь, ставка на прессинг может как за, так и против сыграть. Весь матч играть в отборе на всем поле крайне сложно. И такая тактика всегда открывает возможность для контратак и дальних передач в зоны, которые этот прессинг открывает. На экране стартовый состав гостей. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. На экране стартовый состав гостей. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. На экране стартовый состав гостей. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. На экране стартовый состав гостей. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. На экране стартовый состав гостей. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. А целых 32 года. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается. Закончилась и серия удачных матчей в Дортмунде. И закончилась она в полуфинале чемпионата мира 2006 года против сборной Италии. Марио Гёдзе. Вицель. Хорошо сыгранный навес должен последовать. Хорошая фланговая атака намечалась, но удалось защитнику ее прервать. А целых 32 года. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается. Закончилась и серия удачных матчей в Дортмунде. И закончилась она в полуфинале чемпионата мира 2006 года против сборной Италии. Марио Гёдзе. Вицель. Хорошо сыгранный навес должен последовать. Хорошая фланговая атака намечалась, но удалось защитнику ее прервать. На экране стартовый состав гостей. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. На экране стартовый состав гостей. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. На экране стартовый состав гостей. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. На экране стартовый состав гостей. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. На экране стартовый состав гостей. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. На экране стартовый состав гостей. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1.
На экране стартовый состав гостей. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. На экране стартовый состав гостей. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. На экране стартовый состав гостей. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. Целых 32 года. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается. Закончилась и серия удачных матчей в Дортмунде. И закончилась она в полуфинале чемпионата мира 2006 года против сборной Италии. Марио Гёдзе. Вицель. Хорошо сыгранный навес должен последовать. Хорошая фланговая атака намечалась, но удалось защитнику ее прервать. Целых 32 года. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается. Закончилась и серия удачных матчей в Дортмунде. И закончилась она в полуфинале чемпионата мира 2006 года против сборной Италии. Марио Гёдзе. Вицель. Хорошо сыгранный навес должен последовать. Хорошая фланговая атака намечалась, но удалось защитнику ее прервать. На экране стартовый состав гостей. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. На экране стартовый состав гостей. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. На экране стартовый состав гостей. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. На экране стартовый состав гостей. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. На экране стартовый состав гостей. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. На экране стартовый состав гостей. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. На экране стартовый состав гостей. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. На экране стартовый состав гостей. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. На экране стартовый состав гостей. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. На экране стартовый состав гостей.
Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1.